Эй-йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Кроссаут. Знаешь, я тут сидел, думал, и подумал, что я давненько не снимал для тебя Кроссаут. Тут захожу, смотри, и вижу стальной чемпионат. Сразитесь с другими выжившими в первом футбольном чемпионате Кроссаут. Заводите бронемобиль, хватайте гарпун и вперед, мать твою! Ты посмотри, это стальной чемпионат, черт побери, это футбол в Кроссауте. Это в преддверии чемпионата мира по футболу, на самом деле, как мне кажется. Расскажи мне, болеешь ли ты за наших, как говорится, будешь ли ты смотреть чемпионат мира по футболу, а мы сейчас проведем свой, будем, короче, представлять Россию, типа, поугараем, посмотрим, что из этого выйдет. Также, естественно, как бы для тех, кто не знает, где скачать Кроссаут, чтобы не задавали вопросы, в Стиме ее нет, я дам вам ссылочку в описании, как можно пройти и скачать Кроссаут, естественно, можешь переходить и смело скачивать, игра бесплатная. И сегодня я хотел бы посмотреть на машины, которые ребят собрали для меня, как и обещал. И сегодня на одной из них мы поедем с тобой катать чемпион... Шуморо Писос! Господи, Шуморика сделали! Мать твою! What the fuck, man? Идеальная машина, нравится? Нравится? Чё значит доступ запрещен? Так, сохраняем, подожди. Мама, вы загрузили, окей. Окей, загрузили. Так, значит, гараж. Гараж, чертежи. Чертежи, Шуморик. У вас есть нужные детали. Собираем Шуморика, да. Собрали Шуморика, хорошо. Сборка, подожди. Подожди, нам нужен гарпун, правильно? Нам нужен гарпун. Гарпун. Нам нужен гарпун. Нам нужно сюда прихерачить гарпуна. Вот он, гарпун. А может быть, два гарпуна нужно? Подожди-ка. Подожди-ка. Мы же с тобой пойдем в чемпионат. Еще и в инвизе, ёб твою мать! Прикинь, как футбольный мячик можно будет таскать. Сейчас гарпун зарядится. Что-то не прицепляется гарпун к к другому Шуморику. Может быть, можно будет прицепить гарпун как-то по-другому, но мне нужно к мячику будет его... Опа. Оба-на! Так, подожди, я знаю. Надеюсь, Шуморик не будет против, да, что мы... Как бы это же руки, по идее, да? Но надеюсь, он не будет против, что мы немножечко... Переделаем тебя, братишка. Мы немножечко Тихо. Не так. Переделаем тебя. Нам же нужно в чемпионат футбольный, правильно? Голова Шуморика и так будет означать, что все у нас ЗБС. Так, значит, нам нужен гарпун установить именно так, чтобы он мог вращаться как угодно, да? То есть два гарпуна попробуем. Давай попробуем два гарпуна поставить и посмотреть, как это будет выглядеть. Два стрельнули или нет? Перезаряжаются они довольно быстро. Давай попробуем. Да, два гарпуна! Едем. Давай посмотрим, тащат они за собой или нет. Задний ход. Давай, маленький. Давай, довольно тяжело, я понимаю. Можно отцепить. Короче, это работает. Бля, какой офигенный вообще. Какой офигенный. Подожди, я еще хочу. Подожди, сейчас мы приступим с тобой к футболу. Подожди, я просто не могу. Я просто тащусь. Так, гарпун мы убираем. Редкость, бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Всю редкость включаем. Мгла. Это вообще у нас мгла, нет? Это у нас и есть мгла краска, получается. Она вся прокрашена, да? Давай, не-не-не, давай диски сделаем другие. Ой-ой-ой, здесь жестоко. А это что такое? Вау. Вот такие вот колеса сделаю. Я хочу тюнингануть тачку, понимаешь? Я хочу тюнингануть ее максимально. Чума. Вот чума значительно белее. Ну она такая с ржавчиной получается, чума у нас. Белое солнце. Во. Во-во-во-во-во. Белее сделаем, белее. Вот. Вот оно эпичненько. Белее. Блин, это так интересно все это заливать, все это красить. Вот это я понимаю, вот это эпично, вот это персонаж. Вот это мы сейчас с тобой сделаем. Блин, диски покрасил, пулеметы тоже покрасил. Так, ладно, берем обратно вот эту вот красочку, вот так вот сделаем. Так. Блин, мне так нравится редактор в Кроссауте. Это реально офигенно. Это очень круто сделано. Я думаю, два гарпуна будет достаточно. Надеюсь, нашу машину с тобой не расхерачат, братишка. В любом случае, как бы, это будет работать. Красную руку сделаем. Вот такую. Да. Это же лайк.
лайк, большой палец вверх нужно ставить лайк за это. Но кто сделал эту машину, конечно, шедеврален. Шедеврален. Братишка, спасибо тебе за такую шикарную штуку. Это очень красиво. Это очень эпично. Блин, огонь! Мать твою! В огне, вот это я понимаю, гоночный кар. Блин. Здесь столько всего. Давай вот так вот оставим. Вот здесь будет у нас огонь. Вот так вот сделаем. Вот это эпично. Вот это я понимаю. Ну чё, поехали в бой. Чемпионат. Погнали. Гарпун взяли. Все готово, братишка. Надеюсь, ты будешь болеть за меня, и мы с тобой вытащим этот футбольный чемпионат. Погнали, посмотрим, что у нас выйдет. 3-3 идет чемпионат. Работайте в команде. Пасуйте мяч напарникам, если их шансы попасть в ворота. Не забывайте прикрывать напарников. Блин, здесь, наверное, нужна какая-то определенная тачка. Эй, а где Шуморик? Так, гарпуны пошли. Здесь определенные тачки, да? На шифт у нас ускорение. Нам нужно забить же... Давай, тащи! 1-0 в нашу пользу. Замечательно. Главное попасть гарпуном, насколько я понимаю. Так. Так, хорошо. Схватили. Забираем мяч. Мать твою, гарпун у нас. Гарпун у нас или не у нас? У меня гарпун, понеслась. На шифтах. Черт, порвался гарпун. Елки, пацаны. Перехватываем. Черт побери, промахиваюсь гарпуном. Куда ты меня-то ранишь, говно? Так, спокойно. Надо еще один гол вставить. У нас. У нас. Мячик. Мячик, хватай! Говно вонючее! Перехватил! Черт побери! Кто-то меня за жопу схватил! Отпустите мою жопу! Мяч! Сука, нет! Блин, слушай, а мне так нравится. Слушай, мне в кроссауте очень это нравится. Это прям эпичная тема. Мой! Мой, пошли нахер, говнари! Мой мяч! Мой, говно! Стреляем по нему. Перехватил, красава. Заводи его! Заводи его, брат! Брат! Сука! Я не могу, меня бомбит! Переверните меня кто-нибудь нормально! Только не забивайте нам, переверните мне. Так, хорошо идем. Так, оттолкнули мяч. Оттолкнули. Нормально. Наши перехватывают. Бля, меня все таранят. Черт побери, мать твою. Меня все таранят. Давай! Да! Гол! Вот это гол, трибуны ревут. Нравится охеренно. Поехали дальше. Блин, надо грамотно, короче, отыгрывать с мячом на самом деле. Так. Тихо. Оторвали мячик. Присосали. Понеслась нахуй, мать твою, понеслась! Да! Извини. Вот так надо болеть на футбольном чемпионате. Нормально, я забил свой первый гол. Чё с мячом? Они так его откинули эпично. Так, присасываем. У меня пошли нахер, говнари. Пошли нахер! Оторвали. Так, толкнули мяч. Только не в наши ворота. Не в наши. Присосали, понеслась. На бустах. Блин, бустить нельзя, когда мяч у тебя. Отстрелили. Пересасываем. Блин, нельзя так отрываться далеко от мяча. Гонит же мяч! Ублюдки! Невероятно, это невозможно. Это невозможно. 3-2. Блин, напряженный момент. Мы должны выиграть. Это же будет хорошим знаком. Давай! Брат! Хорошо! Они в меня присасываются! Они не дают мне мяч! Пацаны, пожалуйста! Хорошо, где мяч?
Мяч вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, оверкот. Оверкот забирает мяч. Присасываю. Присасываю. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Где? Где? Говно. Говно, я должен был забить. Отсосите меня. Отсосите меня. Так, нормально. Нет, нет. А почему мы вдвоем? Почему мы остались вдвоем? Какое говно вышло у нас? У нас говно вышло, мы вдвоем, два против троих. Мы должны отыграть, брат. Брат, брат. Брат, брат. Брат. Брат, оторвали. Оторвали мяч. Давай, 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 я научусь. Я научусь, я буду более опытным. Сука! Что ты делаешь? Кто оторвал мяч, блядь? Наш говнарь, что ли? Наш говнарь оторвал мяч. Почему? Ты что делаешь? Меня бомбит! Мы должны выиграть вдвоем. Мы должны выиграть вдвоем, мать твою. Братишка, отстреливай мяч! Отстреливай! Не давай мяч, не давай мяч им. Не давай мяч. Давай, 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 давай. Я его оборвал, я его оборвал. Кидаем, пинаем, пинаем, пинаем. Присосал. Присосал, присосал. Отсосал! Отсосал! Мяч отсосали. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Вдвоем, блядь, братишка, вдвоем. Вдвоем, извини, пожалуйста, за выражение, бля, вот это да. Единственный момент, что я думал, что первый тайм, выиграть один бой в потасовке стальной чемпионат. И что мне дали? Мне дали за это бои в миссиях, бла-бла, нифига себе у меня наград. 3-3 механиков уровень, дали установку деталей и так далее. Фух, это было весело. Слушай, мы с тобой реально выиграли, мы с тобой реально офигенно повеселились. Подожди, давай посмотрим, что еще для Шимора делали. Чтобы не обидеть ребят, как говорится. Давай посмотрим, что здесь есть еще. Так, 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 вот это вот, конечно, все идеальные модельки. Это все очень супер. Слушай, это их так много похожих. Их так много, кто-то сделал и потом кто-то скопировал, черт побери. Ребята, вы вообще все талантливые. Посмотрите, посмотрите, как много автомобилей для меня... Блин, может быть, горб... Ух ты, какая шлакобень. Какой шлакоблок, черт побери. Офигеть! Шимору рыцарь! Слушай, я хочу посмотреть, что это такое. У меня... Я могу вообще его протестировать как-то, нет? У меня не хватает некоторых деталей, подожди. Слушай, жесткая тема, жесткая и сильная, насколько я понимаю. Там и резаки, и так далее. Смотри, Шиморика уничтожаем. Слушай, я еще хочу один бой. Давай посмотрим, отыграются ли противники или нет, братишка. Меня прям таращит, понимаешь? Меня прям таращит от этого футбола. Это реально круто сделано, очень круто. Давай проверим, я уже навыки как бы подкопил. Соответственно, хотелось бы еще разочек сыграть. Проиграем так проиграем, но ту катку я вытащил. 2 гола из 4, 2 гола были мои, как говорится. Давай посмотрим, что у нас получится. Жалко, что нельзя на своих тачках кататься, вот это было бы эпично. Ну, тогда бы был дисбаланс, наверное. Кое-какой. Ну что, поехали. Опа, понеслась, пацаны, ну ловите мячик. Че у нас там один стоит? У нас один чувак опять стоит. Мы вечно будем так отыгрывать? Так, у меня, присосал. Давай, брат. У меня, присосал. Отсосали! Так, спокойно. Перекрываем веревку, главное перерезать. Вовремя. Пацаны, видите мяч? Пацаны, ну видите мяч? Будьте настоящими футбольными мужчинами. Давай, брат. Да нет! Куда ты стреляешь в него? Что ты делаешь? Говно вонючее. А не смотри, какие у них защитники, а? Давай. Опа. Охереть, они играют. Эти уже мощнее пацаны играют. Они уже умеют. Смотри, они давят меня. Они давят меня, просто смотри, он мешает мне. Смотри, что делает. Говно! Нет, я не то стрельнул.
Бери, брат. Бери, брат. А-а-а! Лебедочку порвали. Нет! Держи! Выхватывай! Господи! Стреляй по мячу! Боже ты мой, вот это матч, я понимаю. Ко мне, мяч же! Господи, что делают наши? Давай, сюда! Боже мой, у меня! Забить! Стрельнуть! Не попал! Везут же мяч! Ой, отлично! Блядь, заебал меня! Извините, пожалуйста. Дерзкий. Не трогай меня вообще. Ты посмотри, что творится, а? Ты посмотри, что вытворяют. На защиту! О, господи. Слушай, эта команда... Это уже, блин, не просто так. Это уже серьезные бойцы, воины. Ну, пацаны, ну забирайте! На перехват. Блин, не успеваю. Гарпуном. Отлично. Отличная подача. Так. Присосал. Меня тоже присосали. Опять забирают мяч. Да хватит, отпусти меня. Отцепись от меня, говно. Он меня достал. Я ненавижу этого игрока. Я не могу играть. Один из них постоянно... Нет! Слушай, меня бесят эти игроки. Меня сейчас раздражает это очень сильно. Тихо. Хорошо. На пересоску. Красава! Да! Да? Да! Наконец-то. Почему я так пнул, и он завис наверху? Это очень плохо. Опа, пацаны. Так, хорошо, мы веселее начинаем. Так, хорошо, на мне мяч. Мяч на мне. Пацаны, забирайте. Гарпуните. Ты хочешь поиграть? Давай поиграем, говно вонючее. Давай. Хочешь помеситься? А вам уже гол забили, понимаешь? Хотел помеситься? Кто там его зовут? Как его зовут? Пепески. Перепелски. Давай, Перепелски. Давай, я почти забил! Стрельнуть еще разочек. Ты что хочешь-то, говнарь? Че, нравится тебе? Нравится тебе цеплять других нормальных ребят? Нравится тебе, Перепелски? Ты любишь замесы, да? Поехали со мной, я тобой гол забью. Негодяй, подлец. Давай. Что, хорошо тебе? Так, хорошо. Ему нравится, видимо, цепляться, да, за меня? Он любит подцепляться. Так, хорошо. Поехали. Давай, маленький. Хорошо, мяч у меня. Мяч у меня, пацантре! Да! Хорошо, 23 секунды до конца игры осталось. Все, теперь я не бомблю, теперь я хорошо. Поехали, пацаны. Так, мешаем Перепелски. Перепелски понял, что он сделал что-то неправильно. Так, хорошо. Да! Нет! Да нет, пацантре! Две секунды! Победа! Вот так надо жарить! Оу! Фух! Слушай, это очень увлекательный режим. Мне безумно нравится, братишка. Это очень и очень круто. Черт побери, Перепелски. Фух! Ну что я могу сказать? Мы с тобой офигенно поугарали в этом чемпионате. Мне очень сильно понравилось. Я не знаю, как тебе, пиши твое мнение. Этот режим должен быть на постоянной основе, я считаю. В него реально интересно играть. Это такая, знаешь, как будто настолько проработано на самом деле. Все довольно сбалансировано, киберспортивно. Это очень круто. Я сам не любитель.
как бы таких футбольных, да, игр, но с гарпунами это реально круто. Вот с гарпунами мне реально понравилось. Ну что, братишка, не забывай поставить лайк, мы неплохо с тобой угарнули, как я считаю. Спасибо вам за ваши сборки автомобилей, их очень-очень много. Еще раз напоминаю, чтобы скачать CrossOut, можно перейти по ссылке, скачать его. Он бесплатный в Стиме, его не ищите. Опять же, в Стиме многих игр нет. Поэтому спасибо вам, друзья, как всегда, за просмотр, за ваши лайки. Мы увидимся на новом видео. С тобой был Шоу Моро. Пока-пока.